Итоги прошедшего в регионе года здравоохранения подвели в рамках пленарного заседания форума за доступную и качественную медицину. Только за прошлый год было отремонтировано 114 объектов здравоохранения, закуплено полсотни новых машин для скорой медицинской помощи, открыта новая поликлиника сети «Полис» и 6 новых аптек, создан диализный и офтальмологический центр Новоспасской районной больницы. Осенью было запущено производство медицинских изделий. Прошедший год был, несомненно, одним из самых лучших в Ульяновской области. И здорово, что он соединился с годом здравоохранения. Именно его объявление 2016 года годом здравоохранения, это уникальный и особый способ акцентировать внимание всех, и профессионального сообщества, и граждан, и властей, и средств массовой информации на вопросах сбережения здоровья. В рамках пленарного заседания форума состоялось чествование работников здравоохранения и вручение ежегодной премии медицинской палаты Ульяновской области. Сейчас, вот в 2015-2016 год, это 3 медицинских работника со средним специальным образованием и 3 врача. Это за вклад в развитие Ульяновской области основная премия на 100 тысяч рублей. Вот за двум молодым специалистам, это среднему медицинскому работнику и врачу. Конечно, фамилии я сейчас называть не буду, потому что интрига у нас сохраняется до момента вручения. Вот. И работникам первичного медицинского звена, то есть это те, кто стоят, так сказать, на передовой. По словам главы региона, завершение года здравоохранения еще не повод прекращать начатую работу. С его завершением лучшие проекты, идеи и предложения будут реализовываться в последующие года. В новом году больше внимания уделят конкретно репродуктивному здоровью и снижению смертности. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.